победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года – это светлая, священная, главная дата нашей истории. Она олицетворяет великое прошлое нашей Родины и устремлена в ее светлое будущее. Это символ нашей гордости и сплочения, который с каждым годом все сильнее объединяет людей, поколения и народы. Это воплощение нашей любви к Отечеству и к людям, которые защитили его на полях сражений и в героическом трудовом тылу. Вечная память погибшим, низкий поклон ветеранам и великая слава всему поколению победителей. Подвиг нашего народа не меркнет с течением времени. Напротив, чем дальше от нас те грозные военные годы, тем яснее мы осознаем его значение. История не прощает безразличия и непоследовательности. Она не прощает расслабленности, беспринципности и самоуспокоения. Это главный урок Великой Отечественной войны. И это главный секрет непобедимости России. Это неизменное правило, которым следует наша великая и малая Родина. Правило, по которым живем мы с вами.